И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон Мага и Артём, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Всем привет. Здорово. Ну что, Димон, давай, мы готовы, сжали булочки и будем тащить. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Да. Слышите смех этот? Блин, классные звуки. Это же этот. О, я камеры переключил. Как-то. Удачи тебе, Дим. Во, мы теперь видим проход, ребята. Чекаем проход. Смотрим, смотрим внимательно. Сейчас будет нам жопень. Тем более, я знаю Димона, он хитрый. Он сейчас как... Утё! Дверь, закройся! Мочи его! Опа. О, кружал. Камера работает? Работает. Чекаем, чекаем. Мы с Артемом спрятались, все. Засали, да? Один я буду тащить сейчас тут. Ого. Как ты красиво залез. Блин, эти звуки, они очень страшны. Стоит, ребята, смотрите, он стоит. Фредди бегает, 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 смотрит. Так, прыгает. Жопу нам пока... А, нет, просто развернулся. Смотрит в камеру, смотрите, ребята. Да, зубы у него страшные. О, побежал. Куда он бежит? Сюда бежит? Нету, нету его. Где он? Ах ты! Шка! Его не видел на камерах. Он через вентиляцию пролез или как? Я про левую вентиляцию чекаю, его там не было. Понял, он справа, значит, подошел. Смотрим камеры дальше. А чё он тёмненький? Я не знаю, потому что там нету освещения, наверное. Идёт, его идёт, идёт! Это твист, это аниматроник, смотрите, жопа там здоровая. Угу. Ходит, ходит, заглядывает. Так, пошел, пошел. Блин, он так нравится мне. Идём не посмотри на него, если что, убежим. Он медленный, а мы быстро бегаем. Где он? О, чё там? Я его не вижу. Он может невидимым вставать, ребят? Бежи, Димка, бежи! Так, я запрятался от него, мне не везет. Я запрятался. Слышите, поет? Давайте я громче игру сделаю, подождите. Она уже идет, я успею громкость добавить. Во, идет, идет. На! Удачи. Балди пошел опять. Балди, видно, ему мало. Балди, ты че, самоубийца, что опять пошел? Ну смотри, псих какой. Че, Димас, давай рискнем. Я с монтировкой сейчас ее попробую залупить. А, вот он! А нет, фух, я испугался, это Мишка маленький. Че, Дим, рискнем? Бьем монтировкой сразу, поняли, когда видите аниматроника, лупим всех. А я камерой забью его. Помню, как мы Мишкой забагали карту. Когда вылетел Гаррис Мод. Нет, я передумал бить монтировку. Убегайте. Он очень большой. Димон, видно, очень быстрый волчара. Классный скример. Мне понравился. Так, Скрэбэби, бежите. Я запрятался. Она меня не найдет. Не открывай дверь, не открывай дверь. Не посмеешь. Где она? Я не вижу. А, привет. А, привет. Я боюсь ее. Димон просто может с любой стороны напасть, понимаете? Тут все не просто так. Калитка не закрылась. Ребята, кстати, Димон Покемон тоже снимает ролик, и от лица аниматроников можете увидеть на его канале. Так что будет весело. Не трогай Мишку. Уа! Лупи, 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 я тоже захожу. А что это дохлый Бенди? Бенди, ты что, устал? Да. Ну просыпайся. Все валяются тут, короче. Диван всех поусыплял. Там кто-то ходит. Я вижу вдалеке. Блин, у меня мурашки по телу от такого жуткого смеха. Интересно, какой аниматроник такой смех издает? Страшный. Умирает и умирает, а я живой. Может, он невидимый где-то здесь? Нету.
И здесь нету. И здесь нету. О, Чика здесь маленькая. Малюсенькая. Велипиздрическая. Я там кого-то вижу. Нет, никого не вижу. Так. Музыка такая в пиццерии стрёмная. Так. Я зашкерился, пацаны. Будем наблюдать за аниматрониками. Димон, а ты дверью хлопаешь? Да кто там ломает дверь? Все, я бегу. Кто-то как будто туалеты хлопает. Блин, нагнетающая обстановка, очень страшно. Никому не советую в этой пиццерии попасть ночью. И когда еще тут миллион аниматроников с разных частей. Так, так, так. Тихонечко идем. И чекаем все. Все. Я в безопасности, у меня нет труб. Ты в туалете, что ли? Он дверь открывает, закрывает, не страшно. Тогда он хлопает ей. Классные звуки издают аниматроники. Ой, слышу опять. Я дверь закрыл, все. Чего мы должны их бояться? Давайте попробуем замочить. Я, короче, беру шестистволку, ребята. Во! Псих пришел наказывать всех. Ага. Опа, щик-щик, ну такой звук. Я люблю этот звук дробовика. Опа. Че, дверь закрыли, что ли? Ладно, дверь давайте. Заклинила. Ну че, пошлите мочить, ребята. Банда идет. Ну все, Димон, хана. Хана, хана. Нет, не хана. За 5 секунд убил. А я как челик на месте стоял. Так, 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 ждем. Блин, я его боюсь, он очень страшный. Так. Надо его мочкануть по-любому. Ну шо, иди сюда. Я тебя не боюсь. Угу. Все, убегаем отсюда, вон нафиг. Давай, Балди, садись тихонько. Фонарик отключи, палишься. Так, 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 ждем. Сейчас он, короче, выйдет с этой комнаты, сразу начинаем его мочить. О, я слышу. Меня напугали. А что я могу сделать? Димон играет. И он всех мочит. Есть, он там? Он там? А, Байлди, это вы, Бенди, это ты. Я от страха уже тут кучу доложил. Тишина. А это ты, Димас. Да я сам боюсь сам себя. Я в зеркало смотрю и боюсь. Я хотел уже стрелять. Эта дверь закрыта? Ее нельзя открыть. Тоже нельзя. О, машинка стоит, давай уедем. Нет, мы должны хоть одного аниматроника попытаться убить. Там получится, не получится, посмотрим. Так. Там Балди бегает, нас ищет. Пусть ищет. О, Бонька. Он там? Свет, он горел. Да, горел. Он там. А, на тебе, блин, я не успел. Хоть одну пульку в живот выстрелил. Блин, этот аниматроник очень страшный. У него глаза вот это еще мигают. Слышите? Как будто кто-то там шипит. Это пиццу жарит что-то? Кто-то. Че, где как? Ах ты, шки, мартышки. Я испугался. Эфти. Хорошо, я иду. Я иду. Мочи его. Я панику убил случайно. На, в жопу ему пулей! Он тут, это, где аниматроники стоят, бегает. У Лефти уже жопа раненая, мочим его дальше. Ночной режим рубли. Я его не вижу. Где он, где он, где он? Пострелял в него в спину. Мы не видим, что ли, становится, или что? А, вот он! Мочите его! Догоняйте его, он бежит от нас! Он тут, в туалете. На тебе. Блин, патроны кончились. Он убегает, догоняйте его. Зассал, что ли? Блин, а где он? Я его потерял. На, дробашом. Крутой дробаш, крутой.
Как? Где он, где он, где он? Я его не вижу. Убежал, убежал, я его увидел. Он очень быстрый. Очень. Значит, он в другой туалет зашел, ребят, он здесь. Нет. Боится нас. Я помню... А, вот он, сзади, сзади. А, мага по ногам новым. Он так отлетает, вот это у него кровавый понос с жопы. Короче, давайте возьмем пожестче оружие. Я буду топором бить, во! На тебе топором! Топором? Такой крик страшный. Мочи его! На тебе, на тебе. Если я убью своих, я не виноват. Ты мне 5 хп оставил. Ничего страшного, не надо лить под встречный огонь. Я буду... Давайте его домочим, осталось чуть-чуть, ребята. Домочу его, давай, 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 он уже батарейки сели у него. Извини, мага, я так бывает. Я знаю. А не, у него 57 тысяч, что ли? Мы ему ноги отстрелили, кажется. Тот. Батарейка села, да? Хорошо. Я приговариваю эту пиццерию к самоуничтожению. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Давно не было, что мы с Кошаком выживаем, а Серега нас будет пугать. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, ну покажи, что ты можешь. Ну как обычно, просто мочить, да так неинтересно, ну ладно. А мне показывать не надо. Кивочный. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, мне очень приятно. Всем рады. Так, давай проверим, кибитка наша работает. Блин, дверь наружу открывается, это тупо. Так, с фонариком более или менее еще, так вообще плохо видно. Так, Кошак, давай какие-то меры предпринимать. Что будем делать? Два ловушек ему наставим. Да-да-да. Чтобы не правда вообще обнаглевший. Тип, давно мы... Давай на Серегу вообще поиздеваемся сегодня. Серега, ты готов? Я над вами ищу, как поиздеваюсь. Не-не-не, вот сейчас мы будем прикалываться над тобой. Так. Я вам поприкалываюсь. Сейчас. Надо какой-то западло ему такое жесткое придумать. Когда я в кибитке, ты меня убивать не можешь. Да. Понял, да? А то я боюсь, потому что это единственное место, где ты... А, если на дверь поставлю бомбу, она взорвется. Это... Так, я слышу, это какие-то звуки конченые издает кто-то. Я отсюда его вижу. А, его видно отсюда? Идет. Старый пей, идет, вон он. Серега, на расстоянии убивать нельзя, только в притирку. Ну это само собой. Да, я тебе убивать. Просто кажу. Это ты такой звук издаешь? Да. Ползет. Так в тени голова прикольно у тебя появляется. Давай, иди. Ползи, давай. Заходи на Рокошак, он тебя убьет или нет? Он же может резко прыгнуть. Или это не у этого, я не помню, какой аниматроник новый там. Взрывай бомбу. Ему все равно. Взрывай. Бум, двойной взрыв. Его к потолку подкинуло, он дальше лезет. Серега, мы тебя не боимся. Хотя чуть-чуть я боюсь. А что мы здесь? Давай. Сюда идет. А он не может дверь открыть. А, ну раз он может эту дверь открывать, я тогда смогу именно в этой местности админский пистолет использовать. Так, на всякий случай. Предохранительный вариант. Чтоб никто сюда не заходил. Он полез, сейчас на ловушку нарвется. А там ловушки твои стоят? Да, и твои тоже. А, ну да. Я не ставил там ловушки. Я уже взорвалась. Почему они не взрывают? Я не знаю, может он телепортировал? Ах ты говно! Давай, закидывай все тут в этом доме. Давай, это уконченные звуки издает, да? Ого! Смешно. Я даже вас убивать не пришло, вы сами себя убили. Да это нечестно, а мы поддавались специально. Так, ну нафиг, валим. Калитка, открывайся. Да кто там под ногами валяется? А, это Мишка отлетел. Это Придюшкин, давай его с нами. Давай, это счастливый медведь. Да что он там ножи точит или чё? Серега, что там точишь? Он соскальзывается, наверное. Пол недавно помыть. Чё ты это заглядываешь? Чё, попробуешь зайти, не? Я наполовину внутри уже. Пока. Если ты половина, это уже ты, всё. Нельзя заходить в ту будку, сразу мочим. Так, давай что-то еще ему. Давай. Сейчас у меня есть еще пару идей. Так вот, значит, как ты. Да, заговорил. А я с тобой по-хорошему хотел. А, давай.
У меня появилась идея, Дим. Какая? С этими порталами. Смотри, он же всегда вот здесь ходит, да? Ты ставишь один портал здесь, а другой там. Ой! Калитка где конченная, не закрывается. Калитка не закрывается! Да блин, да что? Кто-то калитку заел. А это из-за портала. Блин. Нет. А, нет, работает. А, да, умные люди бы так не сделали. Я знаю, что надо сделать. Надо здесь поставить один портал. И один вот здесь вот. И мы можем стрелять просто по нему. А, видишь, калитка... А ну-ка, стрельни. А чуть-чуть подальше надо. А ну. Да, попадаешь, попадаешь. Вот так можно мочить его. Все отлично. Так что отлично, не работает. Плохо, отлично. Давай как-то в другом месте может его поставить. Может вот здесь его поставить. Блин, а там мы не будем попадать. Здесь где-то. Там сзади, он... сзади, Димас, он идет. Я иду сам, не могу попасть. Ай-яй-яй. Его не добежал. Он меня что, притягивает что ли? Наверное. У него карманное черное очко. У него просто черное очко. Дверь, закрывайся. Мишка, ты именно вообще мочишь. Мы тебя на верхнюю полку кинем. О, все. Так, где он ходит? Свет плата выключили по всей пиццерии, короче. За неуплату. Эй, он там, вали! Ай! Калитка! Ай. Да я не могу никак привыкнуть, что калитка вовнутрь открывается. Это он разогнался там до гиперускорения, поэтому калитка. Так, он куда-то убежал. Оп, теперь мы видим. Кошак, ну что, он там есть? Я его где-то слышу. Ну не вижу, да? Я не вижу, да. А ну-ка. Ага, дирижабль. Я квартал удалил. Вон он стоит. Я вижу, я вижу. Бежит, кошак, бежит. Прощай, ты был хорошим человеком. Ушел, ушел. Пополз даже. Возвращается. Выполз, выполз. Так, 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 я слышу его, он ходит там. Он в этой вентиляции убежал. Заходи. Открой дверь, открой. Да заходи. А, ну что ж ты сделал? Впустил его в нашу будку. Двери. Ловит момент. У. Молодец, Серега. Молодец. Смейся, смейся, давай. В этот раз я не буду щелкать клювом. А губами буду щелкать. Так, давай что-нибудь повеселее, что ли, возьмем. Я не знаю. О! Сейчас, сейчас, сейчас. Исходя из опыта прошлого, его, по-моему, ничего не берет, кроме я. Берет, берет. Так, он идет. Я вижу по коридору, приближается Чика. Че там стоишь? Лежишь. Упало. А, наш на расстоянии не может убивать. Ого. Ах ты засранец со своим нитроглицерином. А чё, нормальное оружие? Я не знал, что можно сразу сейчас создателям. Сейчас кто-то фигуру разозлит. Да ничего её не разозлит. Так что, знаешь, как можно создателя мочить? Неплохо, надо тоже такое. Блин, да, а чё? Там что, такое мощное? Карма, карма. Настигла нас, да, я хоть зайду в кибитку новую. Ну нафиг. Ха-ха, вы успели. Так, так, лежит, полы мой. Давай, мой новые полы. Ну что, просто без движения, давай. План, наверное, подготавливаю. Перезарядка системы. Я хочу вот это ему дать. Что? Это мячик или... Ой! А, ой! Не-не-не, я его деактивировал. Еще рано. Ходит, ходит, смотрит в окно нам. Да как ты это сделал, жопа? Да как через калитку новую? У вас дырка в калитке. На пендале.
Я побежал. Серега, давай мы на тебя охоту откроем. Все, я прячусь. Давай, короче, у нас админские пистолеты. Просто попробуем, за сколько времени кто кого обманет. Кошак, ты готов? Да, я готов. Все, начинается охота на Серегу. Фонарик надо выключить, чтобы не палиться. Ох, как он нас пугает, прикольно, да? Он же невидимым, да, может? Да, все возможности аниматроника он может использовать. Я его слышу. А, он же может на расстоянии нас убить эти новыми. Заметно, да. Я буду за тебя мстить. Он где-то рядом. Ой, хорошо. Отлично. Конечно, много патронов потратил, но мы это сделали. Охранники победили. Или нет? Нет. Чего ты взял? Давай последний раунд. Опять... Он где-то... Он здесь, я его видел. Я его лапы вижу, черная. Да ну как? Аниматроники победили. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Фокси и Шадов. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Вы мне все завали личку, чтобы я записал рубрику «Аниматроники пугают охранника». Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас будет не просто «Аниматроники пугают охранника», а еще и режим аниматроника. Вот покажи, если у нас будет зеленый фонарик, аниматроник добрый. Если будет фонарик гореть красным, значит он будет на нас нападать, не надо убегать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Ты чё? А чё так резко? Я думал, там какие-то звуки поиздаёшь. Ну ладно, ещё не наработанная схема у нас. Убил меня эндоскелет. Ползёт. Красный, пацаны, забегайте в хату. Быстрее, закрывайтесь. Заходи. А, я по 5 раз жму одну и ту же кнопку. Ушёл. Стрелять ему в жопу. Ай. Аниматроник, слышишь, не говорит. Красный стал. Пацаны, я возьму админский пистолет. Если он зайдет, я его убью. Ой. Я пошел. Тут давай, дело. Уходи. Тебе здесь делать нечего. Пацаны, выходим. Место зачищено успешно. Выходи, заходи назад. Закрывай. Мы успели. Ты не смог. Тебе не получилось. А что, я тут... Пожалуй, посплю немножечко, окей? Ты жопу не засовывай нам сюда. Эй! Ты чё так делаешь? Ладно, хорошо, всё, ухожу. Ушёл. А как ты так... Ноги там, туловище здесь. Ещё так смотрит по сторонам, так... Ага, никого нету. Так, здравствуйте, что вы там про меня говорили, однако? Что за жопа? А! Это аниме... Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. И я скажу вам спасибо. Так, смотрит. Ржёшь, что ли? Да. Убежал. Опять бежит. А, ты думаешь, мы выйдем? Мы не выйдем. Не. Так, пацаны стоят, сыкают, я тоже. Выходите. Прощай, ты мясо. Это у нас ловлено живца. Ловлено охранника. Эй, ты чего? Двигай его, во. Кстати, прикольно, дробашон можно отодвигать его назад. Плохо не могу через щелку вот это в двери мочить. Пацаны, давайте посмотрим по камерам. Вон, я его вижу, я вижу. Он в зале главном. Так, это не та комната. Чем не одна и та же комната? Там надо уметь нажимать, если что. Я знаю, что надо уметь, потому не умею. Все логично сходится. Так, смотрите, а сейчас либо вам отвернуться, либо не отворачиваться. Это уже ваше. А что ты сделаешь? Валим. Я просто валю. Отвали от меня. Я тебя увидел, я не хочу с тобой дружить. Мне мама не орешает. Ну, слушай, блин, я хотел тут завести друзей, но ладно, я пошел. Так, ребята, шкеримся. Привет. Fucking shit! Блин, такой красный свет заходит и заглядывает. Давай, подними настроение новое. Так, я не понял, кто в меня стрелял? Ты что делаешь у меня дома? Эй! Дима! Эй! Отвали, я тебя физганом не могу убить! Вали! Минус. Минус Димас. Так, я не понял, кто в меня стрелял?
Я не понял, что ты делаешь у меня дома. Я не понял, что вы тут все делаете у меня дома. Так, отлично. Где он, где он? Я его не слышу. Факс! Я слышу его запах, очень приятный. Фокси, Фокси. Так, так, так. Фокси, минут. Стоим, 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 шкеримся, он меня не увидит, по-любому. Понимаешь? Ничего не видно. Так, я не понял, куда вы там бежит? Так, прячемся, ребята, стоим, увидеть, не увидеть, на дурачка. Так, 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 так. Не вижу фонариков никаких. Потому что я скрыт. Ага, я понял. Я скрылся. Скрыт. Бойся меня, Дима, бойся. Ты меня не сможешь убить. Привет. Упс. Отвали, блин, да как? Да как ты такой? А, это ж на расстоянии они убивают, я вспомнил. Нет, у этого радиуса нету. Не а радиуса, просто так мочит, да, сразу? Да. Нет, как сказать, а именно наводиться на твой трупешник, будущий. Так, Half-Life. Ставим бомбочки, раз. Ставим бомбочки, два. Заходим. Посмотри с фонариком. Не, я боюсь. Это ты там? Я не по... Ты чё, офигел? Давай, мочи, мочи, мочи его! Только я говорю охраннику, не ему. Ах, там бомба! Ну что? Ого, как ты так ходишь? Это, короче, я присел и начал ходить, как инвалид. Мы все двери открываем. О, мы успели закрыть! Слышите звук такой скрипучий, прикольный? Это я такой удаляю. Звук скрипа издаешь, как будто сапоги резиновые у тебя. Это я. Это ты. Я вижу тень твою, как-то квадратно. Уходит, уходит. Маринетка сняла свою маску и показывает, какая она красивая. Уи. Улетела. Так, пацаны, давайте еще возьмем бомбочек, нафигачим. Оу. Упс. Я не так как-то ее поставил, да? Такс. Отвали! А! Свои мочат! Свои их мочат. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Пошел, пошел, пошел. А я сижу на крысу. И выиграю, надеюсь. Так, ты что, офигел меня стрелять? Я тебя сейчас убью. Подождите, а на эту кнопку... А, если просто нет анимации, то я ее просто брошу. Чпонькс. Знаешь по звуку? Бум. Знал? Да. Ну, так я бум! Не понял. Это у тебя спринтрап. Готов. Пацаны, да, набрасываем, набрасываем бомбы туда. В смысле набрасываю? Да. Бросай, бросай, бросай бомбы. О, Дима! Пожертвуй собой! Самоубийца! Че сильно много жизней? 7000 семерок! Так нечестно! Я вынужден удалиться. Так, ребята, это оружие, она мне... О! Я вспомнил, какое у нас оружие есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Возьми монет. Нет, нет, нет. Ой! Ой, блин! Да что ж такое, я рядом стрелял и попал. О-о-о. Больно в ноге убили. Чё там, иди сюда. Как я подойду? Пацаны, пацаны, идемте, не ссыте. Я прикрою. Простреливаем проход, не даем ему выйти. Алё, я там ушел. Нормально. А! Жлоб! А как? Где? Где ты нарисовался? Блин! Я же сказал то, что я был дохлый. На тебе в спину! Ребята, все, я уже не боюсь его. Охранник кто? Мы, оружка у нас. Так, вот это. Я понял, где я не подойду к тебе. О, больно. Нормально, оно прям выжигает. Тут столы горит. Горят, все горит в хате. Ого, на отдача. Мне интересно, откуда ты стреляешь? Я отсюда стреляю.
А, кстати, я понял. Давай! Нет! Ты боишься так, нас? Ну все, это бан. Тоби бан. Это смерть. Деон, Деон, вот он. А! Еще раз убил, а? Я в заначках достал оружие свое козырное. А ну сейчас мы полетим сюда. Ой. Выходи. Давай, где ты? Вот все. Так, 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 ребята, палим его. Так, так, так. Ну иди сюда. Сюда. Бум. О, ты что, не умер что ли? Нет. Да это нечестно. То что когда Димаса вальнул бомбой этой. Бум. А. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, сок яблочный, Ари Киллер, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Сегодня мы играем в Гаррис Мод на карте FNAF 2. Я буду аниматроником, пацаны будут выживать. А, эта рубрика называется у нас «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем выживать. Пацаны, ваша главная цель продержаться. Сейчас я засеку время. У нас будет ночь, 8 минут. Помните, да, парпа? Я же телепортироваться должен, да? Вот, кто в маске, не буду убивать, а кто без маски, убиваю. Я. Отлично. Будем находиться в подсобке. Да, в подсобке тоже не мочу. Все, я ушел. Пошел. Буду разными приходить. Так мы еще ни разу не играли. Попробуем, что с этого получится. Они все же, да, так четко тпхаются? Некоторые криво. О, давайте попротив Фокси. Фонарь. О, кстати, давайте будем по красоте сейчас отыгрывать. У нас еще есть вот такой вот. Он тпхается? Кто ты? Молчите, все молчите. Стоим на месте. Он не любит шум. Правильно, откуда ты знаешь? Я... У меня книги есть, я FNAF знаю весь. Ты книжки по FNAF читал? Да. Все пять. Ну, вот молодцы, ни одного шума не издали, вот молодцы. Там охранник дышит, я слышу, в маске. Ой, что за жопа. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Потому что ролики выходят каждый день. Так, сейчас подождите, мы возьмем кого-то другого. Странно, что другие аниматроники стоят. О, давайте будем брать и безобидных. Безобидные тоже прикольные. Кликните на него, кликните, кликните, кликните. Ты кто такой, уйди отсюда. Так, я жизни не трачу. Все, я ухожу. Если вы будете так обижать аниматроника, я позову более жестче, злого. Так что вы зря. Но он после себя кровавый понос какой-то оставил. Опа-па, я иду с музычкой. Мне нравится, что можно разнообразить сюда Гаррис Моде разные фишки делать. Давай-давай, лупаш. Вот это на лупаше, нормально. Блин, страшно. А чё? Нормально же играет, смотри как чат. А, всё. Так, он в маске. В маске, в маске. Капхед не в маске. Я это вижу. Успел двери закрыть, просто успел. Ладно, ладно, ладно. Музычка нормально лупашит. Пришел с музыкой и ушел. Я не могу тпхаться за него. Играем, играем, играем. Кстати, чтобы спастись от Rockstar Bonnie, нужно гитару спрятать. Так, я не могу, да? Сейчас подождите, давайте подождем. И концовочка. Да, я не могу тпхаться. Блин, да, опять нажал. О! Хоп! Прикольная музычка, мне нравится. Он добрый и рок может лупашить. Опа-па. Песенка прикольная. Опа. А чё, вы его боитесь, что ли? Ты чё без маски? Я тебя убью сейчас. Давай. Он надо идти уже. Я же свечу на тебя. Да ну блин. Давай я тебя убью.
Я не могу убивать почему-то. Ты чё, офигел ты мне? Вот так, значит, ты меня видел. Я с ними по-доброму, просто играю, веселюсь. Блин, это безобидное. Хорошо, хорошо. Сейчас хэда, немножко кофе. Ой, музыка наложилась, одна на другую. Я иду, пацаны, ждите. У меня нитка. Нет. Нет. Беги оттуда! Вныкался где-то. Так. Куда, откуда ты знаешь? Че ты читаешь мои мысли? Я вас сейчас поймаю все равно. Ах ты! Тень увидел. Кто меня обидел? Дурачок, что ли? Настроение как сюда. Отлично. Зря ты, зря. Ты же знаешь, ты вообще не до того нарвался. Я же очень могу быть злым аниматроником. Дали за монетки, а? Протянули. Да, монетку ты зря злишь меня. Как только вы начинаете меня мочить, я начинаю вас мочить. Бери монетку. Так. Нам так, явно так, это так. Не выходит. Блин, надо взять какого-то аниматроника, который лазит по полам. Я слышал звук, нет. Уйди отсюда. Скелет? Давайте исследуем. Да что ты, короче, пацаны, у меня что-то там в жопе застряло, не могу. Там близ. Это что-то странно работает. Ты чего? А, вот так ты, значит, со мной, подлец. Я тебя спасти хотел. Все, твоя монетка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тикай, Димка. Давайте, убивайте этого же аниматроника. Если сможете. Я мочканусь. Отлично, первый пошел. Третий сидит, то ли... Ты где? Ну-ка, иди сюда. Он убил. Так, хорошо. А такого? Пусть я кровавый помню. Ты что, поменял, что ли, аниматроник? Да, я другого взял. Которого будет вам очень сложно убить. Слышь, выходи, кто там? Вот так ты со мной? Хорошо. Блин, пацаны, что такое со мной? Он на топу. Извини, обстоятельства. Иди, иди отсюда. Я побежал. Разбийник. Нет. А, вот так, да? Хорошо. Вы меня злите опять, да? Хотите разозлить меня? Убить, а не разозлить. Охоту открываю на охранников. Я ему устал. Извини, обстоятельства. Вот так, не боятся охранников. Эй, ты куда стреляешь? Эй, больно же! Ай! Слышь, твои пули аж рикошетят к вам туда-назад. А за что ты его убил? Так, пошел, пошел. Пацаны, осторожно, вдруг меня найдете. Вентиляция лезет. Ой-ой-ой, это было жестко, мне нравится. Где-то в толкане, что ли? Нет. Лучше, бери немножко лучше. Мочу мои монеты. Осторожно, осторожно. Поломаешь карту новую. Так, побежал. Ну куда ты бежишь от меня постоянно?
Ой-ой-ой, монетка делает чудеса. Кому-то бошку прострелил. Я не вижу ее. Пацаны, ладно, я вам подскажу, знаете, где я? Толкание. Нет, я в вашей подсобке. Где? В смысле? Ладно, иди сюда. Слышь, ты что, мне бомбу на морду приклеил? Двери закрой, а то холодно. Так, так, так. Что он будет делать? Блин, а что, двери простреливают? А, двери не простреливают. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Энгри Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем выживать в пиццерии FNAF 2. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Будем не просто выживать, поставим порталы в очень классных местах. Когда будут аниматроники приходить, мы сможем со спины заходить и угорать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем. Все, Димон, можно запускать? Начинается экспериментальная ночь. Надеюсь, у нас получится. Ребята, ставьте лайк, что было бы весело и интересно. Я ролик попал в тренды. Поехали. Чик. Чик-чирик. Что, Димас, заработало? Все, ребята, ночь начинается. Кнопки нажаты, порталы выставлены. Надеюсь, все получится. Кстати, видно, прикольно все. Но как будто расстояние, видно все, что в портале делается. Давай посмотрим. А, куда ты? Где ты? О, я сцену вижу. Я вижу сцену. Плохо, неплохо. А мне нравится, Диман. Так, музыка такая очень стрёмная. Все за портали на Димас. Главное, пацаны, не умирайте, порталы попропадают. Где вы ходите? Это какая-то комната прикольная получилась. Тот вышел туда. Я смотри, ты вышел туда, потом раз, ты уже в этом портале. Да как? Да вот так. О, здрасте. Слушайте, кто-то ходит. Походил. О, Димон, я на сцену, давай ко мне. Будем, короче, путешествовать. На какой надо портал? А, на этот. Смотри, Боньки нет, а где он, пацаны? Давайте пойдем смотреть, куда он пошел. Так, давайте, я сюда. О, я мангл вижу. Ребята, мне нравится. Ой, так. Еще один портал. Пацаны, сколько их понаставили? Это портальное путешествие. Ой, это прям классная пиццерия. Вместо камер можно порталы использовать. О, тут заблудишься. По ним шастать-то. Чётенько. Так, никого. Хоп. В кибитке нашей. Чётенько. Вроде все неплохо. Ну, нормально живем. Живем, не тужим. Я не понимаю, а вот сцена. Нет, это не сцена. Вот сцена. Хоп. Что такое? Вот, а что такое? Куда, как на сцену попасть? О, вот сцена. Это очень смешно выглядит вообще. Когда я хожу по комнатам, да? Зашел, значит, обратно. Вошел, вышел. Я так давно держал. Так, давай камеры почекаю. Вот, Димас, иди сюда, вот здесь чику ты увидишь, иди. Давай, Димас, портал выглядывать будем. Ой, я портал вижу на камере. Ребята, смотрите, как круто смотрится. Ну, это ж крутая вещь у нас. Димас, мангал, быстрее в нашу хату. А, чик-чик-чик. Точно. Ой, Димон, я сейчас сбоку за... А как мне туда теперь выйти? Вот сюда надо. Где я? Мася в жопе. Димон, смотри, где я. Ля-ля-ля-ля-ля. О, смотрю, смогу я за портал забежать? Смотри. А-а-а! Димас! Блин. Мой портал уничтожен. Сейчас просто. Я поставлю новый. Я даже лучше сделаю, чем этот. Раз, портал. О, вижу челиков. Ой. Ой-ой-ой, тут марионетка. Мы сейчас, только состоем сейчас, во всех сейчас, порталах, сейчас. Поняли? Потому что вы движуха ходите по ним. А что делать еще? Так, я пока вот тут на ведре. А, что? Ого. Ого, тут портала, блин. О, все, четко вообще. Это куда я сейчас? Это где я был? Это, короче, шкатулка. О, Димас, я обратно так подпрыгиваю, тэпнулся туда, прикинь. Да? Да, подпрыгни туда, ты будешь там. О, чувак, он жопу видно было залез. Прыгай, прыгай, Димас, давай. Неужели так можно? Можно, прыгай. Я не могу прыгнуть высоко. Так ты сидя, потому что сидя, зачем ты... Да зачем ты присед нажимаешь? О! Класс! Димон, я тебя вижу, давай ко мне. О! Зато мы увидим, когда Димон шкатулка откроется. Да, сразу заметим. Чувак, заходи. А, кто?
Чего? Блин, это самое веселое прохождение FNAF 2. С порталами, да? Ну. Так, Дима, давай я до шкатулки. Оп, все нормально, тут все четенько. Мы все за шкатулки. А мне нравится. А, кто там? Кто-то кого-то испугал. Так. Если масс присед, ты не нажимай. Да я не нажимаю, я вот просто прыгаю пробел. Не, ты просто видишь, тебе звездочки мешают эти. Вот говняшки. Знаешь, что надо делать, Димас? Вот как прыгаешь сюда, вот. О! Прямо тут вот. Вот так, оп. О! О! Четко, у меня так земля меняется. О, чика-чика стоит. Вот классно видеть, как они прыгают, до портала не могут допрыгнуть, смотри. О, Димон, тут мангл, ну нафиг. Где? О, я в параше вышел. Да чё? Че такое? О, что-то забагалось у меня. Она, может, надо килл прописать. Пропиши, пропиши. О, все, нормально прошло. Офигеть! Чё? Я вижу, там тоже есть порталы. Ага. Опа, Димон, привет. Привет. Пока. О, здорово, Димас, ты тут, что ли? Димас, ты там? Да. Так, я ухожу. Красиво? Да. Ух ты, лабу! А, я живой. Я тоже. Это просто он... А теперь нет. А теперь ты... Так надо было мне в портал зайти свой. Я ж могу поставить и зайти в него. Ну мог, когда были порталы. Давай, давай. Так, это куда пойдет сейчас портал? Давай проверим. О, портал работает. Димон, я тебя вижу. Я тебя тоже вижу. Я за тебя. А. И думаю, да как ты уже там сзади? О! Моя любимая шкатулка. Классно, чувак, молодец. Молодчик. Че, классно наблюдать, Димас, как там все это. Видите меня вот, допустим? Да. Да. Ты меня физганом трогаешь, алло. Да? Да. Так а что вы, как ты меня брал, трогал физганом? Нет, за тебя челик, наверное, трогал. Просто, Дима, знаешь, это непривычно с потолка на пол телепортироваться. Это очень классно смотрится, да? Опа! Со стены, да. Вот скоро, ребята, шкатулка будет. Мангл стоит. Так, все нормально, все чисто. Ребят, все отлично, если честно. Вот на потолке. Потолок чистый, можно так потолки мыть. Удобно. Руку высунул вот так вот, раз-раз помыл. Да-да-да, и помыл. Балунбой пришел, Вонючка, уходи. Мы с тобой больше не дружим. Ставишь, и пыль засасывается, понял сама. Или поверх пыли надо, так. Я прыгаю к вам. Давай. О, нормально. Тут все нормально, ребят, как в настоящем портале. Все по-честному. О, Димас, я за тебя, привет, Димас. За тебя, Димас. А! Да как, да? Может, он через портал нас фигачит и убегает? Нет, я живой, вот видишь. Заходи, Димас, ко мне, я тут-то. Ты напополам! Тебе видно морду. А уже не видно. О, наполовину вот челик. Че, он застрял? Ну не знаю, вроде бы да. Че там, че там? Давайте я помогу. Димас, иди. Мам, я не застрял. А, не застрял. Шкатулка не открыл. Опа! Ой, там Golden Freddy был. Давайте камеру поклацаем. Так. Димас, ну, беги. Чё там? О, Димас, беги, Фредди нападает. Отойдите. Я в камеру. Я этот к марионетке пришел. Тю, блин, это Angry Panda испугал меня, блин. О, Димон, помнишь, там кнопки есть? Давай я их нажму. Ну давай. А ну-ка, пацаны, давайте смотрите отличия. Нажимаю. Что произойдет? Типа вы должны использовать это отключение автоматического event trigger. Триггер, да? Короче, если вы хотите ручное управление. Не, ручное не надо. Ха-ха-ха-ха. О, балунбой выглядывает, иди отсюда. Так это я нажимаю кнопки, они нападают на вас. А чё так много нападают? Димас. Да? Димас, тут со всех сторон прут. Пацаны, давайте кто-то будет нажимать кнопки, а я буду смотреть. А, дай пройду. Димас, офигеть, это я понажимал? Да, это ты этого челика призвал. О, ребята, класс. Да не, это игрок, блин, настоящий. Ты обманул меня. Блин, я тоже так думал. Я повелся даже чуть-чуть.
Там Чика. Блин, ну классно получается. Ты как нажал на кнопки, сразу Чика пришла. Балунбой вентиляции. А прям над нами, вот прям над этой кибиточкой, есть оранжевая комната. Ой, я нечаянно этот провалился куда-то. Сейчас Чика откусит это. Пол жопы. Ну, да. О, что я слышу? А! Меня маринетка, аниматроник какой-то. Я только хотел зайти в портал, и ты умираешь, портал пропадает. Согласись, западло. Ага. Чика, держи портал. Марионетка, видимо, сожила, она из этой шкатулки вылезла. Я же теперь обратно не могу прийти. А чё я не вижу, что там? А, точно, ребята! Где ты, деваха? Ой, Димас. Она пошла, она где-то в переулке в этом. Пойдем. Идем ее поищем. Вот она, выходи. Вот она здесь. А, блин, это я ж нажал. Раньше она не была, да, не приходила? Вот, она теперь здесь, Димас. Она здесь выглядывает, бошку свою сует, смотри. Ого, вверх ногами! Это чуваки нажимают кнопки, Димон. А, да, кстати. Кстати, можно будет по РПшить в следующей серии. Чисто кто-то будет один у нас нажимать. Я тоже в портал, Димон, ну нафиг. Да ну нафиг, да что за говно? Я думал, портал... О, я в нашу будку прыгнул и переместился. Блин, я уже не смогу тут этот... Марионетка мне... На тебе! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2, всем нравится, когда мы Димона Покемона пугаем, так что будем стараться сегодня веселить, поднимать вам настроение, если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет! Всем привет! Кстати, все просили, чтобы я Димона жестче пугал, так что, Димон, готовься. В смысле жестче? А где Димон? А где ты? Ладно, я возвращаюсь, я пытался сбежать от вас. Пошел отсюда, это моя территория. Ты че бьешь меня? Так, я сейчас тебя засвечу. Тебя, Димон, слышно? Да, слышу что-то там, какие-то звуки. Трунь, трунь, как будто волна какая-то. Так, ладно, я пока буду патрулировать пиццерию. Я злой аниматроник сегодня. Да, ты злючка, пернючка. Так, ладно. Ой, 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 все. По РП все, стою, стою, стою. А, у меня же этот ёлки-палки есть. Так, сейчас возьмем. Все, вы меня не видите. А ты хитрый, какой ты молодец. Блин, ребята, лайк за ум Димона Покемона. Ладно, ладно, свой. Дай понюхай, стой, ты свой? Да, да. Да, так свой. Да не-не-не, не надо пукать. Мангл, смотри, какой красавчик. Не, некрасивый, уходишь, да? А че звук не от кастрюли? Спасите! Туалет, открывайся! А чё я не лезу? Так. В это, идите пока на сцену, хорошо? Хорошо, давай. Дайте мне отдохнуть, короче, немножко. Вы идите на сцену, я тут кое-что вам приготовлю. Ой, сделай нам ловушки прикольные. Давай возьму там, где жизни 750, давай, стой. Во, я кошмарный Фредди, у меня 750, всё. Сейчас проверим, что нам Димон там приготовил интересно. Скажешь, когда идти? Угу. Я слышу, как он там мины расставляет. Нет. Да-да-да, я слышу это пиликанье. Да. Так, ты пехаться могу. О, я буду за Фокси кошмарного. Я наблюдаю за ним просто из-за угла. А, я ж невидимым могу спуститься. А я не могу, стой, я могу за кошмарного? Не могу. А NPC может. Ого! Вы что сделали? Я ничего не делал, я был далеко. Поганка. Опа, залазь в свою будку и сиди там. Все, не выпускай его, пусть там сидит хитрый жук.
Так. Я ему свет включу, чтобы подарей быстрее садилась. А фу, он какашками кидается. Ах ты дерьмо! Фу, уйди, 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 уйди! Я ему отомстил. Пошел я купаться, говно вонючее. Мангл, помой меня. Я весь в говне. Так. Мангл приуныло. От говна? От говна, от говна. Она закрыла нос. Фу, идите отсюда. От вас говно воняет за километр. Так. Димон, ставишь ловушки? Да. Куда ты делаешься, Димас? Димон, тебя слышно или нет? Чего? Ты портал поставил! Профи, давайте я вам там тоже поставлю еще. А тебе слышно, как я бегаю или нет? Да, я слышу, топаешь там. Ого. Вы веселые ребята, конечно, я согласен. О-о-о! Как тебе кабан мой? Нормально. Открывай! Открывай! Приходи, мы пришли тебя убить. Тут, пацаны, пацаны, тут, короче, был охранник, но я его сожрал. Вот. А ты не видел охранника здесь? Не, я его не видел. Ну когда увидишь его, скажешь, что мы ему привет передаем. Это точно не ты? Ты точно не охранник? Ну-ка, не, я Фредди, Фредди. Понюхай. Фу, говно воняет, ну нафиг тебя. Ну ты похожий... Это охранник! Он маску снял. Прикольно. Ты охранника видел? Нет, не видел. Так, смотрим по камере. О, четко. Быстрее открывайся, хата. Закрывайся. Ух, тебе повезло. Я, кстати, нажимал, чтобы тебя убить, но не смог. Так, надо тебе камеры поломать. О, привет. А где охранник там был в твоей комнате? Не знаю. Так, где там? Я пошел. Я вообще пошел на сцену, я там не знаю, что там за охранник, не знаю, так не знаю. А, это новый аниматроник, Серега, смотри. Да. Вы что это? Не узнали, братва, братана своего? Ну идем заряжаться, идем на сцену заряжаться будем. Заряжаться, да? Вставляй себе, короче, вилку, там у нас сзади разъем есть, вставляй. Вилку? В разъем сзади, давай, да. Давай сначала первый, а потом подхвачу уже. Ну все, мы заряжаем, все, я заряд. Смотри, у меня сейчас будет туловище изменяться. Все, я заряжаюсь. Ну нафиг вас, Видишь, это был не аниматроник. А где он? Мочи его, мочи. А я знаю, где он. Его здесь нету. И здесь его нету. И здесь... Есть! Димас, а что ты не ослеп по твоих фотографиях? Ну, я просто интуитивно убил. Кстати, да, ты должен был ослепнуть. Я не знал, что я должен был ослепнуть от фотоаппарата. Буду знать. Новые правила. Понял. Пошел отсюда, говнюшка. Пошли отсюда. Я иду убивать. А, блин, никакие уже патроны не помогают. Ай! Отступаем. Первый, второй, это третий. Пятый, быстрее, на шестого, мой. Ого, вот это ты тут мочишь. Легче, Серега, надо быть умнее, он сейчас нас будет мочить. Да уже мочит он нас. Да не, эти гранаты очень слабые. Я буду ждать его здесь все равно. Так, а где он? Я его не вижу. А, это больно бьется. А, блин, меня в угол зажало и не пускает. Да что он кинул за дерьмо? Серега, молодец. Сейчас граната кончится. Сейчас. Все, истек ее срок годности. Меня гасит. Калашматит. Серега, где он? Вот я, пацаны, вот я. Видите меня? А, ты валяешься дохлый. Да. Так, всё.
Все, закончились представления. Давайте на сцену пошли. Я вас наругаю. Все, убегаю. Да что? Да как? Что ты его мучишь? Да я как его убью. В эту комнату вы не можете заходить, это моя секретная комната, вы ее не видите. Все, выходите отсюда. Старички. Так, сейчас мы что придумаем против вас? Думаем, что-то такое. Гениальное просто, что-то придумаем. Ща-ща-ща, я вам тут отомщу, а то вы офигели совсем. Нападать они тут думали. Ага, ага, конечно. Что еще тут придумаете? О! Ты поздно... Давайте. Чё-то подойти не могу. Чё такое, меня отталкивает? Отступаем, отступаем, отступаем! Так, вот вам подкинул я немножечко приколов. Это прикольно, кстати, дамажит, но не сильно. И сейчас там будет хана, уродцы. А мне ничего не возьмет, ничего. Все человечество. Взяло. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.